see the way you're taking care of your mama, the way you're taking care of me, the way you light up any room, girl, you're what this world should be. Tomorrow, tonight, the rest of my life, I wanna be the man you want me to be. So starting right now, girl, tell me everything you need. I just wanna wake up every day here in this bed. Never leave, I love you, left unsaid. Когда мы познакомились, я обратил внимание на необычайную красоту тогда еще неизвестной мне девушки. Мне понравилась ее манера речи, общения. Ну и, в принципе, как-то так все и началось. Началась наша история, история нашей любви, которая уже длительное количество времени продолжается. Познакомились возле Радмира, зацепила решительность. So start right now, girl, tell me everything you need. I just wanna wake up every day here in this bed. Never leave, I love you, left unsaid. Мы любим выезжать на дачу, в деревню, любим путешествовать, кататься на машине. Иногда, конечно, ну, не особо это нравится. Ей приходится сидеть со мной в гараже, потому что так нужно иногда. Мы любим вместе проводить время на природе, за городом. Дима сделал мне предложение в Египте. Мы отдыхали, он заставил меня практически, я не хотела идти гулять, пойти прогуляться, и на закате с видом на море сделал предложение. Это было 10 ноября 2019 года. Мы пошли в Египте, мы пошли на смотровую площадку смотреть на море, где, в принципе, неожиданно для Алины все это и случилось. Он пытался сползтись со стула, чтобы это сделать, но не получилось. Она посмотрела на море, потом повернулась, а там уже был я. С кольцом в руках. Ну и, соответственно, с предложением. Я ценю в Диме отзывчивость, доброту, внимательность и поддержку. Я ценю в Алиночке доброту, искренность, честность, трудолюбие, отношение ее к окружающим, к животным. Она очень любит животных. Ну и вообще все в этом мире она любит. Ну и меня в том числе. Мне нравится ее взгляд, внешний вид всегда у нее приятный, все очень круто. Да ее отношение ко всему в этом мире, отношение ко мне, отношение к людям, к окружающим. Очень интересный подход вообще и очень интересное мировоззрение. Вот это и зацепило, в принципе. Пять минут для церемонии – это и были наши ожидания. То есть ожидания церемонии самой непосредственно, очень волновались. Слегка было страшно, волнительно и, в принципе, и приятно. Хотелось побыстрее уже посетить эту церемонию, ощутить эту атмосферу ЗАГСа, этого зала. Но, в принципе, это произошло. Да, произошло. See the sun light up the sky.
через 10 лет у нас будет много детей. Все так же любим друг друга. Наше будущее через 10 лет. Двое детишек по-любому. В принципе, обеспеченная жизнь, много путешествий, загородный дом по-любому, по-другому никак, в принципе. Ну и, конечно же, все родственники, которые есть сейчас, чтобы через 10 лет мы тоже были вместе, все вместе, все встретились, все встречались постоянно на протяжении этих 10 лет и после этих 10 лет. Все время были вместе, ну, не вместе, но хотя бы виделись очень часто. И тем же составом, который сегодня будет у нас в ресторане, который был сегодня на нашей росписи. Вот главное, ну, что я вижу через 10 лет, это тот же состав, тот же семейный состав и те же теплые отношения, которые сейчас есть в нашей семье. В семье невесты, в семье жениха и теперь уже в нашей общей семье. She makes plans for the weekend, can't wait to go out. Till she changes her mind, says let's stay on the couch and watch TV. Счастье – это когда все близкие, все родные люди рядом, когда ты в любой момент можешь позвонить человеку, который необходим тебе, когда ты ощущаешь поддержку близких тебе людей, когда ты не задумываешься о чем-то глобальном, когда все, что тебе необходимо в жизни есть, и когда все хорошо и в отношениях, и в доме, и вообще в мире, когда все хорошо, это счастье. Счастье – это взаимопонимание и поддержка. Это чтобы все были здоровы, чтобы все были счастливы, друг друга поддерживали и всегда понимали. Я очень счастлива, что мы с ним вместе, что столько лет мы друг друга понимаем, мы любим. И я надеюсь, что дальше все так и будет у нас. Счастье – это быть вместе и любить свою жену так же, как она любит своего уже мужа. Я тебя очень сильно люблю. Я тебя люблю. Amaze me the way that she dances, ain't afraid to take chances, and wears her heart on her sleeve. Yeah, she's crazy, she's crazy.